Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Дневник Домохозяйки. Сегодня 29 июля 2023 года. Вот мы вышли из гостевого дома Парижанка. Скажите всем привет! Второй день у нас... Да. Второй день у нас... запрещено купание, и поэтому мы решили сходить на смотровую площадку. Хотя сегодня солнечно, дождя уже нет, но на море купание запрещено, причем по всему побережью. Идем на смотровую площадку вверх. Идем гуляем. Такая красота. Растительность, сливы. Здесь, конечно, везде лагеря. Это мы вверх идем. Буду идти медленно, а то опять будут ругать за стабилизацию. Вот такие везде гостевые дома здесь. Прям друг к другу. Все ухоженные, все такие аккуратненькие, уютненькие. Очень много. 27-й регион, 58-й, 136-й. Ну, в общем-то, вся Россия. И не только Россия. У нас еще и из Дагестана есть гости. Вот такой гостевой дом. Симпатичный, с колоннами. Вот. А мы сейчас пойдем вверх. Горы замечательные. Так, мои убежали. Пойду догонять. Туда вверх нам надо. Мои уже ушли. А я еще снимаю. Так, ладно. Сначала вот так вот снимаю. А потом же буду их догонять. Вот если бы чуть-чуть повыше стоял наш гостевой дом, вы бы могли видеть море. Но он стоит чуть пониже. Поэтому к морю приходится все обходить. Вот такой крутой спуск и подъем извилистый. Красота, конечно. На камнях растут деревья. Вот так вот поднимаемся. Ой, моих уже и не видно. Идет дорога вверх. Горные породы. Пошли уже на горе. А мы идем навстречу солнцу. Вон, пока я снимала, мои уже наверху. Вот сюда. Я говорю, я же с крыши видела, что сюда уезжают на джипах. Джип с народом. Значит, сюда возят. Ну, типа экскурсий. А мы живем здесь рядышком. Ну, конечно, так. Тяжеловатенько в город-то. С моим весом-то. Среди бегущих. Ну, дорожка извилистая. Ведет вниз. Но нам еще нужно подняться наверх. Вот, ребята. Мы добрались. Вот такая красота. Джубка как на ладони. Море. Горы. Простертый в небо. Ну, высоковато. Вот сколько, интересно, метров над уровнем моря. Прилично. А вот она, джубка. Ну, это поселок. Это же поселок, наверное. Поселок ПГТ, скорее всего. Джубка. Ну, горы здесь, конечно.
Массивы эти горные. Красота. Ну, народ купается. Значит, уже все, купание разрешено. Есть небольшие волны на море. Ну, купание, скорее всего. Пляж вон отсюда, видно, забитый. А вон аквапарк. Ну да, вот, смотрите. Если бы вот прямо отсюда видно. Так, где наша парижанка-то? Ищу. Парижанка, где наша? Видно ее, да? Где? Вот сюда подойди. Ну, где наша парижанка? За синей крышей. Ага, вижу. Ага, вон наша парижанка. Да вон туда, вот она. Вот я вижу. Тебя. Ну, где вот эта вот многоэтажка? Да. Где многоэтажка вот эта новая? Ну. И прямо параллельно она стоит. Вон крыша нашей парижанки. А вот теперь смотрите. Если бы был прямой какой-то здесь выход к морю, было бы гораздо быстрее. А нам приходится идти в обход, обходить всю трассу, два подъема, аквапарк, вот, аквапарк, цирк. Парк. Но, знаете, это вообще к лучшему. Я сегодня вот себя поймала на мысли, что неделю мы уже здесь, неделю мы ходим по 4 раза в день вверх и вниз. Я себя поймала на мысли, что вообще легче стало. Вообще, то есть, как бы тренировки вот эти ежедневные физические нагрузки, они дают большой плюс все-таки. Так, ну ладно. Назад пойдем этим же путем. Вот такую красоту. Не, ну можно, конечно, срезать. Можно как, напрямки, что ли, скатиться? Сашка предлагает скатиться. Ой, нет, я боюсь, тут не получится. Вот, пойдем мы сейчас вниз. Даже не знаю, смысл сегодня есть идти на море или нет. В общем, вот такая красота. Неделька уже пролетела. Еще осталась у нас неделя в таком прекрасном месте. У нас же сегодня дома был ураган в Нижнем Новгороде сильный. Ну ничего, слава богу, все обошлось. Отключили, правда, свет ненадолго. Вот. Сейчас мы будем спускаться вниз. Полюбовались такой красотой. Сейчас пойдем вниз. Спустились, видать, вечерняя служба прошла. Колокола звонят. Красиво вообще на фоне голубого неба вот эти вот голубые купола. Красиво. Красота.